Борис Алексеев родился 14/27/1911 года. По другим источникам, 13/26/1911 года. В деревне Байсубаково, ныне Чебоксарского района Чувашии, Россия, в 1932 году окончил Чебоксарский музыкально-театральный техникум, ныне Чебоксарское музыкальное училище имени Ф.П. Павлова, с 1929 года. Актер Чувашского драматического театра, ныне Чувашский государственный академический драматический театр имени В. Иванова, Чебоксары, в годы войны работал режиссером одноактных пьес, уполномоченным по гастролям, исполнял депутатские функции, несколько лет преподавал в актерской студии, член ВКП-Б, с 1944 года. Борис Алексеевич Алексеев умер 3 мая 1973 года в Чебоксарах, похоронен на кладбище номер 2, примыкает к Ботаническому саду.